Сегодня на сборке у нас Stealth 920, 29 колеса, модель, я так предполагаю, 22 года. Значит, все здесь очень хорошо, здесь все очень замечательно. Не считая того, что коробка была просто очень сильно мятая и с Озона, да, привезли вот в таком вот виде, весь поцарапанный. Но зато цена приятная, всего 23 с чем-то там, с небольшим, 1000 рублей. Рама алюм, вилка алюм, велосипед легкий, втулки на промах. Резина такая универсальная, штуны китайские стальные, переклюки L2, здесь вот барашка нету и не должно быть. Здесь вот эта рамка, она такая, ну не очень хорошо работает. Значит, монетки у нас тоже L2, сзади у нас 8 скоростей, впереди 3 скорости. Все работает достаточно четко, задний втулок тоже на промах, барабан на шарах, втулок под кассету. Гидравлика Текра. Самая такая простая, бюджетная, даже это не Текра, это подделка под Текру. То есть это даже не Текра, это просто вот без названия, скажем так, гидравлика. Все здесь круто, то есть для начального бюджетного велосипеда очень хорошая, скажем так, комплектация за эти 23 тысячи. Самое главное, что здесь заглушки есть на руле. И заглушки здесь винтовые, то есть можно их полностью откручивать, закручивать, это прям вот огромный плюс, скажем так, велосипеда, на это я внимание обращаю. Вынос очень легкий, тоненький такой. В целом, за свои деньги, наверное, это лучшее вообще приобретение, что можно купить из найнеров на промах за 23 тысячи. Даже подножка есть в комплекте, так что можно его ставить, не бояться, что он упадет. В общем, прикольный велосипед для достаточно высокого человека подойдет. Я не знаю, недостатков я здесь не нашел. Ну, понятно, да, что там переключатели начнут люфтить, что это все пластмассовое, все это рано или поздно начнет разваливаться, хуже работать. Да, цепь здесь КМС-ка стоит какая-то непонятная, самая дешевая. То есть, видите, даже тут X не пробит нигде. Кассета ноунейм, ну, китайского какого-то производства. Гидравлик, то все это со временем, конечно, протечет. Но чтобы понять, что такое велосипед, вот на 2-3 года катания, такого спокойного катания, не агрессивного, его точно хватит. Самое главное, что втулки на промподшипниках, ничего не развалится. Ну вот по сборке развели рубашки и тросики правильно, чтобы они обраму не терлись. Да, все протянули, все везде настроили, все отрегулировали, тормозные диски обезжирили, все сделали как правильно. Сейчас я вам покажу такой же велосипед, только в сборке уже от клиента. А вот это вот у нас Stealth 745, то есть то же самое, только на 27 колесах. Стоит он те же самые примерно 23 тысячи на данный момент на Озоне. А клиент его купил и собрал самостоятельно. Значит, от того велосипеда, от 920-го, он отличается только размером колес, размером покрышек, и тем, что здесь механика. Там гидравлика, здесь механика. Значит, на что мы можем обратить внимание? Во-первых, было тут очень-очень много смазки густой. Прям посмотрите, сколько грязища. Седло стоит, как видите, неровно, задрано кверху, ездить неудобно. Значит, не протянули рулевую, то есть вот эти вот подшипники сейчас здесь вот болтаются очень сильно. Переднее колесо не протянуто, оно люфтит, болтается. Тормозные диски не обезжирены. Ну и рубашки и тросики, то есть видите, про что я каждый раз говорю. Вот эта рубашка идет вот здесь, вот трется вот так вот об раму. Да, вот эта рубашка идет с этой стороны. В общем, все это некрасиво. Все это будет раму протирать вот в этом месте. Их надо менять местами, перекидывать по-другому. Здесь нет заглушечек. Обратите внимание, здесь заглушечек винтовых нету. Вот это все от ударов порвется. Это хуже. И здесь у нас не гидравлика, но там гидравлика китайская, а здесь у нас механика. Механика может быть, конечно, и лучше, но у этой рамы есть недостаток. У него, видите, тормоз стоит внутри. Это хорошо. Но подводка тросика идет снизу, потому что здесь должна быть гидравлика. А поставили механику на эту модель, и вся грязь, вся вода вот сюда вот вниз будет стекать. И вот этот вот участок рубашки будет постоянно у нас загрязняться и ржаветь. То есть это единственный недостаток на этом велосипеде, в принципе, да, вот за свои 23 тысячи. Есть тут небольшая проблемка еще у нас. Педали не родные, здесь уже другие клиент поставил. Вот этот переключатель, он немножечко вот так вот люфтит, болтается, и вот там вот рамка чуть-чуть погнута. Получится его настроить или нет, я не знаю. Сейчас будем пробовать. Если что, поменяем. Если что, попробуем выправить. То есть вот сравнение 745-го стелса и 920-го. Велосипеды абсолютно одинаковые. Отличаются только наличием или отсутствием гидравлики. Здесь тоже у нас кассета. Кассета у нас здесь тоже восьмерка. Тоже ноунейм. Тоже все втулки на промах. То есть тоже алюминиевая рама. Разница только вот в том, что колеса
немножко разные по размеру, и тормоза механика, и гидравлика. А так, в целом, вот абсолютно такой же велосипед, только еще, скажем так, не собранный. Сейчас мы вот его помыли, привезли, он немножко пыльный был. Сейчас мы полностью его разберем и соберем заново. Проверим колеса, обезжирим диски, протянем рулевую, протянем каждый винтик, болтик, шатуны, педали. Вообще все-все-все полностью протянем, как положено, динамометрическим ключом. Все настроим и отрегулируем. И будет он такой красивый, как вот предыдущий велосипед. Вот собрали мы 745-й Stealth. Вот про это я говорил, как должны быть рубашки и тросики. То есть они должны заходить по диагонали слева направо, справа налево, чтобы обраму не цеплять. Ротора обезжирены, люфт передней втулки убран, люфт рулевой убран. Все настроено, все отрегулировано.